Работника, проработавших много лет в сфере энергетики, можно чествовать хоть каждый день. Без электроэнергии невозможно сейчас представить жизнь. Управление областной энергетики, жилья и коммунального хозяйства организовало торжество, на котором наградили тех, кто внес своим самоотверженным трудом значительный вклад в развитие области. Я очень рад, что я родился в этом государстве. Очень рад, что наш президент, политика нашего президента, который ведет только хорошему, только светлому. И я очень рад, что я принимаю непосредственное участие накануне проведения Экспо 2017, который будет проходить в Астане. Я считаю, что я тоже внес какую-то маленькую лепту, маленький вклад в строительство современной экономики нашего государства. Медалью «Заслуженный энергетик» наградили и представителя ГКП «Куаджилуорталэктри» Айбека Кожабекова, который проработал в энергетике больше четверти века. Я работаю в сфере энергетики с 1992 года. Участок работы очень ответственный. Рад, что мой труд оценили. Всех поздравляю с праздником. Пусть у всех в доме будет свет и тепло. Достижения энергетиков области у всех на глазах. За последние 5 лет были сданы в эксплуатацию свыше 3000 километров электрических сетей, свыше 1000 трансформаторов и 8 подстанций мощностью 110-35 киловатт. Были сданы в эксплуатацию подстанции «Нурсат» и «Северная». Глава региона пожелал всем успехов, призвал энергетиков взять шефство над казахским драматическим театром. Я всем желаю семейного благополучия и процветания. Думаю, не случайно энергетики проводят праздник в театре. Думаю, энергетики поддержат коллектив казахского театра. Есть уже договоренность. Всем нам добра и счастья. Шанар Уразова, Амантай Ульбеков, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Утрар».